Всем привет! Обычно колерую сырную шапку в духовке в режиме гриля. Но в этот раз использовал портативный огнемет. Ну, делаю рагу с кучей овощей и беконом. И будет очень вкусно. 200 граммов сырокопченого бекона. Ну, бекон попался редкий. Жира в нем почти нет. Мало жира. Ну вот режу так, чтобы удобно было обжарить и есть, соответственно. Ну и куча овощей там на столе, вы их все видите. Обжариваю бекон на среднем нагреве, периодически помешивая. Ну и минут через 5 добавлю нарезанный репчатый лук. Бекон настолько маложирный, что добавил еще растительное масло. Ну, у меня смесь подсолнечная, оливковая. Набор ингредиентов не фиксированный. Чего-то может не быть у вас. Ну, например, помидоры, если это будет октябрь-ноябрь. Без помидора можно сделать. Количество соотношения тоже не фиксированное. Ну, вот я взял луковицу, можно взять 1,5. 2 зубчика чеснока, можно взять и 4. Перчик чили я использую. Использую половинку перчика халапеньо, ну тоже не обязательно, но он дает хороший аромат. Можно заменить каким-то другим перчиком чили. Я нарезал скобками, ну, и взял 2 шампиньона, можно взять 3-4, нарезал не крупно. Еще, как вы видите, кабачок ждет в своей очереди. Вот там в чашечке вермишель. Ну, где-то 4 столовых ложки. Можно взять побольше. В общем, нарезал я грибы не крупно. И помидор тоже нарезал не крупно. Ну, если зимой делать будете, то не покупайте стеклянные помидоры. Лучше сделать без помидора или использовать консервированные. Бекон жарится с луком. Ну, вот лук я только положил, и минуты 4 на среднем огне, ну, может, 5, лук становится прозрачным, можно добавлять еще что-то. Ну, в моем случае это чили и шампиньоны. По-прежнему средний нагрев. И запах уже очень хороший. Шампиньоны добавили свой запах. Кабачок просто-напросто натираю на терке. Ну, минуты 3-4 тоже чили с шампиньонами провели на сковороде. Добавляю чеснок. Ну, аромат становится еще более мощным и более притягательным. Чеснок внес свой вклад. Добавил черный перчик. Ароматов стало еще больше. Ну и пошел кабачок. Ну, через минуту после чеснока примерно. Помешиваю. Ну, вот он ярко-зеленый такой. А по мере тепловой обработки яркость теряется, и он становится, ну, практически готовится. Когда потемнеет, тогда он будет готов. Так как суховато на сковороде, я добавил еще немножко масла. Ну вот он уже выглядит почти готовым, я имею в виду кабачок. Но если что-то еще нужно добавить, то нужно добавлять сейчас. Ну да. У меня помидоры ждут в своей очереди, я добавляю. Ну и минуты через 2-3, пару раз перемешав, добавляю вермишель. Паутинка ее называют обычно, или минутка. Ну, где-то 3-4 столовых ложки я взял. Можно взять и 6.
10 не стоит, потому что сплошные макароны получатся. Чуть-чуть кипятка добавил, реально чуть-чуть. Посыпал солью все это дело. Ну и под крышкой подержу на слабом нагреве, ну, минут 4. Ну и вермишель должна приготовиться. Ну вот минуты через 4. Пробую. Вкусно. Опробую готовность вермишеля. Но еще минутку ей надо дать под крышкой. Ну, накрываю крышкой еще на 1 минуту. Ну, в общем-то, все. Осталось положить сыр. У меня он запечатанный. В супермаркете купленный. 150 граммов. Залежался в холодильнике, даже скомковался. Но это не беда. Совершенно не беда. 150. Ну, тут можно и 300 запихать. Тоже на ваше усмотрение. Накрываю крышкой, и через пару минут, собственно, все будет готово. Да, тимьян еще посыпал, добавил для аромата. Да, не забудьте конечных заставки, в них часто даю что-либо интересное. Ну, заколировать можно в духовке в режиме гриль, а можно не колировать, собственно, вовсе. В данном случае это не имеет значения. Ну, можно вот так портативным огнеметом пройтись, как я сделал. Ну, это домашняя еда, и канал у меня домашняя еда, поэтому я могу подать прямо так. Блюдо сочное, влажное и очень вкусное. И вот красиво его передать со сковороды, переложить на тарелку, не получится. Получится, когда оно остынет. А мне не нужно, чтобы оно остыло, поэтому я подачу прямо так снимаю. Уж как хотите, положите на тарелочку. Рекомендую, очень вкусно и просто. Приятного аппетита! Пока.